Приветствую на моем канале. Сегодня слушаю одну из песен. Под названием «Купола». Это не... Это не... Михаил Круг. А слова были интересные такие. Про крест не нести мне мой крест. Я все время прокручивал ее на повторе. И когда я прокручиваю на повторе, Дух Святой, мама, меня в моем сознании просто повела увидеть. Картину того, как Иешуа идет по Виа Долороса, несет крест. Я слышу внутри себя мой крест. Я вижу эту картинку. Картинку того, что Иешуа несет этот крест, и внутреннее представление мне показывает его как избитого, эти раны, это мои раны. Идет, несет этот крест, несет мою вину, мою ответственность за мои преступления, мою вину за мои грехи. Ответственность за мои преступления. Он не просто взял, он нес ее. Это крест. Это мой крест. Это моя жизнь. Это мой грех. Это моя вина и ответственность за любые совершенные преступления. Он это нес. Он это нес по тесным улочкам это Виа Долороса. Было представление, такое ощущение, что вне времени это все видели. Знаешь, такой порыв остановить все, да, вот остановить. Ну вот идет, даже пока ты не осознал, что это он твою вину несет, он твою ответственность несет. Здесь нужно осознать. Если, ну, не просто... Нужно сказать, да, я признаю, Бог. Здесь нужно проникнуться глубиной своего сердца в эту весть. В это осознание.
что он мою вину нес на своей спине. Этот крест, который он нес, это моя вина. Это моя мера ответственности. Это мои грехи. И он это нес. Нес по Виа Долороса. Небеса хотели остановить его, но Дух Божий шептал: нет, ты еще не родился. Но он несет твою вину. Он несет твою ответственность. Он несет твой грех. И когда ты родишься в этот мир, ты осознаешь это. Поэтому он должен нести. Он должен нести это один. Никто не должен помогать ему. Он должен понести тяжесть вины на себе всего человечества, всего мира. Всего хорошего, мира!